Этим куклам всего несколько минут от роду. Появились на свет они вот здесь, в удивительном доме, который зовется Московским заводом игрушек «Кругозор». Для будущих Мальвин и Буратино здесь есть все, что душа пожелает. Всегда по моде и к лицу. Одним словом, чтобы выглядеть как кукла. Теперь можно и в путь. Прекрасную страну детства, дню рождения малышей, к празднику. Миру на удивление, всем ребятам на радость.